Ну, то, что там сосед сальтуху пытался сделать, но разбился. Понятно. О, привет всем, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Сан Юр и Плей. О, привет, ребята. Это что там за взрыв произошел? Мадам Агата, ты это слышала? А, да, там что-то в доме соседа взорвалось. Питер, а ты это слышал? Там сосед что-то взрывает. Пойди расследуй, хорошо. Полицейский, а ты это видел? Да, я видел, там сосед сумасшедший. Почему? Сосед! Что с твоей причесой? Это ученый? Это новый сосед ученый? Ребят, смотрите, это ученый. Скоро весь город Рейду взорвется. Смотрите, у него такие перчатки. Такие-то. Обувь такая. Тапочки у него какие-то. Вот такие штанишки черные. Вот такой. Вот такая прическа синяя. Тут еще что-то у него на лице. Вот такие очки. А вот это непонятно, что у него сверху. Вон. Под прической. Ладно. У него, смотрите, такая голубая борода. Сам ты борода. Ну, вообще-то, не борода, а ты реально борода. Так, смотрите, у него тут еще фармаш, я в белом костюме ученого. А какие-то пробирки. Это пробирки, чтобы всех жителей города отравить. Лови, пшай! Что ты творишь? Задолбай его силы воздуха. Куда, куда? Куда ты меня тащишь, сосед? Сумасшедший какой-то. Отравись. Все, прошло сила воздуха. Сосед какой-то сумасшедшим стал. И ученым. Ладно. Мы с тобой, сосед, еще сейчас разберемся. Так. Он хочет уничтожить весь город Дарридл. Но мы его можем... Нам нужно его спасти. Стоп, тут же не было ловушки. Помните? В прошлый раз не было. Кстати, вы знаете плюс в этих ловушках? Например, ты ее положил сюда, тут стоит, она пищит, сейчас сюда бежит, а мы можем в другую сторону, и мы его выманим из дома. Вот видите? Вот там, вот это зашел. А кто ж сосед? Кстати, ребят, хотите видео по прохождению Dark Riddle 2 Mars? Тогда наберем 1000 просмотров. Тогда я его выложу. На выходных. Давайте. Пс, йо, иди сюда. Что, Питер? Друзья, вот. Дорогие ребята, кто смотрит это видео без подписки на канал, надо поставить лайк и подписаться. Ну, поставить лайк надо всем. Тем, кто не подписан. Давайте. 3, 2, 1. Молодцы. Да, Питер, они всегда молодцы. Усачки. Там и усачки лежат. Сосед, ты дома? Смотрите. Я его заморозил. Он тут что-то смеется. Вот так. Будто перепопа смеется. Зачем сосед хочет уничтожить наш город Дарридл? Вы тоже задаетесь этим вопросом? Ну, видимо, чтобы уничтожить нас. Но зачем его нас уничтожать? Да, где тут мы усачки? Они же сюда прилетели. Где коробка? А, вот они. Стоп, а что они тут делают? Так, забираем наши усачки. Я их в магазине тут купил. Ладно. Сосед! Сосед, ты тут? Странно, где сосед? Псиор, эй! Он хочет меня посадить в подвал и там взорвать меня. Сейчас мы это исправим. Соседуш, а сейчас я тебя взорву в подвале. Там все равно есть
три ракеты. Или сколько там ракет. В той комнате делает это пуша. А, шнурок развязался. Надо завязать. В смысле? Что ты тут делаешь? На шашлык тебя пущу. Слышь, сосед? Сейчас я тебя на шашлык пущу. Психованный какой-то. Ты сам психованный. Нет, это ты психованный. Вон орёшь на всю улицу. Ребят, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Давайте до конца марта наберем 1500 подписчиков. Давайте. А что набрать, то нужно подписаться сейчас прям. Потому что это поддержка. Тут что? Мне полицейский звонит. Полицейский, идем сюда. То есть тебе. Юрий, скажи ребятам, что пропуск в дом соседа, это нужно поставить лайк и подписаться. Да, ребят, надо подписаться и поставить лайк, тогда мы зайдем и узнаем тайну этого соседа. Марс, в Даргриду 2 Марс, в том большом городе. И мы, наверное, спасем Мэри. Так. Сосед. Это давай. Ведь город будет взорван. Сейчас посмотрим, кто будет взорван, сосед. Что у нас в сундуке есть? Бомбочки у нас есть. Это 5 ловушек. Ладно, сосед. Тебя же нельзя было сейчас. Нельзя. Я очень сильный. Что ты творишь? Сосед, ты вообще нормальный? Почему я стал очень маленьким, ребята? Это я тебя задавал. Почему? Ай. Ты мне так бросил, что я подсел даже. Прикиньте. Я сам почему-то подсел. Юрий, обернись! Заодован! Что? Че это он медленный? Он тебя заодовал. И ты не можешь прыгать меня. Ты очень маленький. Нет! Сейчас, сосед, посмотрим. Ты будешь сейчас арбузом. Ты мне ничего не сделаешь. Ха-ха-ха. Почему это ничего не сделаю? Ты наоборот мне помог. Если я смогу тихо зайти в твой дом. А сейчас тихо могу взорвать весь город. Ха-ха-ха. Юрий, а что ты такой маленький? Это меня сосед заодувал, я еще прыгать не могу. Я пойду узнать тайну соседа по городе. Так, я туда иду. Так. Тихо надо. Идем. Это плюс то, что нас сосед не слышит. То, что он нас заодувал и сделал маленьким. Кстати, ребят, хотите видео по Red Bull 3? Давайте наберем под видео хотя бы про Red Bull 3, которое вышло вчера. Под этим видео наберем, давайте, 1000 просмотров. Тогда я выпущу это видео про Red Bull 3. А вот там дома нет, ха-ха-ха. Ой! Сосед, я случайно. Он меня расколдовал. Нет, сосед, ты что меня ловишь? Так. Берем оружие. Криобластер. А чё ты смеешься?
Смотрите. Сейчас я тебя в руку возьму. А что, не получается у меня в руку взять сосед? У тебя силёнок не хватает, потому что... Ладно, сосед вот у нас сегодня сумасшедший. Ну, он вообще-то всегда сумасшедший, но сейчас он даже не боится взорвать город вместе с тобой. А, он же робот. Ну, может, он бронированный, супер бронированный робот. Логично. Сосед! Ты чё? Не замораживаешься. Сосед? О, сейчас заморозился. Это хорошо, а то я подумал, что он не замораживается. Вы видели, у него 3 раза стрельнул, но ему всё равно. Так, давайте сейчас соседа пронём. Вон. Стоп, а чё вы тут летаете? Уже 20 марта, а вы тут до сих пор летаете? А чё мы по трубе медленно спасаемся? О, я тут весь испачкался. Из дома. Соседа. Кстати, тут моя база, в доме соседа, именно тут. Это и на чердаке. Вот тут мой столик. Вот этот баб. Еще помните? А еще баб, то, что он сосед там не может поймать. Что тут сосед ходит? Пойду поруляю. Получай по башке. Сосед. Ты меня забесил. Быстро иди домой. Ну, иду домой. Ты же не уточнял, а ой, дом идти. Я иду. Ладно, друзья, вот это у нас сегодня видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Егор и Плей. И у нас новый сосед соседа, это ученые. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем добра. Всем пока.